Вопросы люди задают на корпоративную почту. Про какого-то шамана, блядь. Читал. Вот на самом деле шаман этот, это вот как мне кажется, Андрей, да. Это вот квинтэссенция, знаешь чего? Михаила Шафутинского, у него альбом есть, называется «Пойду однажды по Руси». Да, кстати, похоже. Михаил Ломоносов? Да, Михаил Ломоносов, но как без него? Как он вот, он тоже шел, вот, да? Долго шел. Так же повозка была, вот это все. Да. В долгую. И вот возникает вопрос, ведь смотри, как он все подсчитал, ведь долго идти надо было. Видишь, здесь как бы, вот для меня, вот я вот просто вот так, когда читал вот эту статью, да, в интернете, вот написали, шаман идет. Я прям даже, знаешь, даже, я сразу вот это все вот именно представил, куда идет, зачем идет. Там еще и лозунги эти появились. И больше всего там вот этих лайков и комментариев. Люди как бы пишут, что как бы, да, вот как бы ждем, там идет, помогаем, там подбрасываем что-то, подкармливаем его. Я вообще понять не могу. Лидеру, значит, не верит народ, а в шамана поверил. Понимаешь? Да. Растянул, он просто, вот как я считаю, на 2 года хотел себе просто сделать хорошую жизнь. Да. Почему с Долгопрудного он не пошел? Да, но одним словом, вот сейчас его где-то там, да, вот за это самое, Рисануга. Заблокировали, Рисануга. Да, его где-то на там подходе это к Иркутску, самое, да. До Казани он дальше не продвинется. Там уже все, это, как говорится, все. Даже сейчас там кто-то подбросит что-то, там как-то в эту тему зайдет, поможет, но Казань это все. Ну самое главное, народ-то поверил. Вот все-таки дремучий у нас народ, братка. Народ не верит в Испанию, что там качественная еда, качественный воздух, качественное все, понимаешь? Он как бы в это не верит. Народ не верит в тайские эти самые все дела. Медицину. Да. Все эти там это пиявки и все вот это как бы, да. А вот именно Шаманову, да, поверил. Да, почему Шаманов ему не помог с дивизией со своей, кстати? Да. Вот сейчас эта тема будет длиться вот так сколько-то промежуток времени, да, какой-то, я не знаю, может быть полгода, может еще сколько-то там дойдет он до куда-то, потом назад пойдет, я не знаю. А потом как бы я не сомневаюсь, что увидим следующее, что какое-нибудь там возвращение шамана. Понимаешь, пройдет еще полгода, он опять вот эту тему поднимет. Все, по сериалу «Шаман». Новый поход, да, шаман возвращается. Да. Так что вот это все, это, не знаю, ну, не те надежды, не на то вот это все, ставки сделаны, товарищ. В Европе, вот мы вот приезжаем, вот, да, вот многие вот с нашим менталитетом и говорят, вот заболел человек, тебя, например, сглазили. Ну да. А начинают, то есть от перевода даже нет, начинают объяснять, что вот кто-то тебе позавидовал, и тебе от этого стало плохо. Вот европейское мышление сразу говорит, так наоборот, он должен болеть, он завидует. Почему на тебе-то это должно отражаться? Да, вера есть неистовая убежденность в истинности того или иного явления. То есть в данном случае вот так все получилось. Нет, тут должна быть какая-то магия все-таки. Если шаман хочет что-то изменить, что-то сделать, надо не обязательно идти. Конечно, правильно. Можно это все на месте вот так в ночи с бубном сыграть, обустроить, вот это все разложить, бросить, сказать и все. Все, да. Но... А тут именно какая-то такая, знаешь... Он именно должен помогать лидеру. Да. Помочь шаманским вот это все камлами. Правильно обустроить, сделать, настройки, Россию, настройки да? изменить. А? Как бы, да, а тут получается вообще в другую сторону все. Да. Ну, вот такая, да, история, не знаю, с этим Шамановым, шаман. Как там еще? Шаман не Кинг в этот раз. Ну, да.